Зампред Кабмина Эдиль Байсалов, открывая региональный форум Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций в Женеве, обратил внимание мирового сообщества на соглашение Кыргызской Республики с канадской международной горнодобывающей компанией Центера Gold Inc. Хумтор. Наше крупнейшее месторождение золота полностью перешло в собственность государства. Заключенное соглашение было мирным и взаимовыгодным. Кыргызская республика подтверждает свою приверженность защите верховенства закона и обеспечению всех международных и национальных гарантий для международных инвестиций. Наша страна открыта для бизнеса.